Подчас жители справедливо задают вопросы, почему на общедомовые нужды стали относиться такие достаточно большие цифры. И мы договорились с руководством профильного министерства Оренбургской области и города Оренбурга, потому что основные проблемы сейчас сосредоточились в городе Оренбурге, для того, чтобы в течение 2 месяцев мы проводим очень предметный мониторинг, и я прошу собственников всех, у которых возникает такого рода вопросы, задавать их, потому что по итогам этого мониторинга мы будем выходить на правительство Российской Федерации для того, чтобы разобраться. Либо нам нужно уточнить правила начисления соответствующих нормативов, чтобы не было несправедливого завышения общедомовых нужд, либо это самоуправство или, скажем, недопонимание управляющих организаций.